Неман Гродно, Ведрич Решица. Упершиню у финальным матче розыгрышу нашей республики вызначается, якая из команд будет представлять нашу державу уже этой осенью у розыгрыша европейского клубного турниру, у розыгрыша Кубка уладальников кубков. Долго мы с вами чакали этого матча, я нашего чемпионату, Могилевского Торпеда, Бобруйского Фандока, даруйте, и так далее. Ну и у двух разбегаются гродинцы, Каро забье, мяч трапляя до воротара, ну и потом повторным рухом Аврамов забирает мяч у руки. Олег Аврамов, дебютант. Гуренко, Мардас. Ну, а Неман куды частей матчи за делом Немана выходили у нас. Шинкаров бьет левой ногой. Футболистам Ведриша сдалось, что кончиками пальца усе ж кранулся мяча сверков. Не, Вадим Жук показывает, углового не будет. Геннадий Шинкаров, кады до центрального круга. Мардас. Мазуршик скидывает у штрафную. И Гуренко. Не, мяч трапляет у сетку, але звонкового боку. Даремно. Ну, який матч, зусім няма пауз. Сегодня у ходе кожного тайма мы повинны выдать у эфир по одному 30-секундному рекламному ролику. Ну, покуль что они якой максимости у нас няма, бо в острые ситуации хвалями узникают у ворот. Ох, який момент, велику матчи открытый. Третий номер пришел у штрафную. Центральный оборонца Немана Олег Сысоев. Памятаете, все началось с порушения правил. Зачапили там когости с гродинцев на левом фланзе их атаки. И последовала подача, коли я не помиляюсь, Юры Мазуршик выконал гэты штрафный удар. И тут с линии полоши ворот. А можно я еще раз мы поглядим гэты момент? Як-не-як финал кубка, як-не-як вырашается, кто будет гулять у кубку уладальников кубков. Олег Сысоев открыл лик на 18-й минуте гурни. Выгляд вось гродинский стадион Неман. Ну и что еще крыўдна? Ох, лик может стать ровным. Лошаков справа бил, а мяч у ворот. Оценках специалистов, коллег журналистов, кому довелось убачить его гульню, ну все означают беспрешные здольности этого игрока, могутный удар. Таки таранного типа нападающий. Добро прикрывая мяч корпусом. А у атаки Неман и лик уже 2-0. Юрий Мазуршик. 28-я хвилина гульни. Ну что, сдается навод за межу штрафной наносил гэты удар Юрий Мазуршик. Зараз мы еще раз поглядим, что отбылося. Знянацку. И этот гол, так само, я думаю, еще раз мы убачим, еще раз его попробуем разобрать. Что тут? Помылка воротара, тенек. Оборонцы зарабили коридор перед Мазуршиком. И бачите вы, ну, это было 16,5 метров. Навод крыху там на несколько десятков сантиметров больше. И ты мне... Ну, ставки тут повеличиваются. Коли я был на матче чемпионата Неман, приемный момент. Памятаете, коли справа Скоробогатый, и он так само с Брянской в области. И коли я не помыляюсь, гулял он за Азовский клуб АПК. Для соперников и у матчах Кубка, и у матчах чемпионату мы отзначали ранее не одной. Яше одна имкливая атака, ти неправда, вельми хутка. Неману Короза. Вельми добро Сергей Короза гуляя в этом сезоне. Ну, вы ведаете, быцем другую молодость переживая 10-й номер гродинцев. И зараз, як усе робил просто по-майстерску, усе своечасово. Добро откинул мяч под удар Гуренку. Так было усе по футболу. А, ну, спытаетесь, а вы, а ти была усе ж гэтая 5-я замена? Ну, было проведено некое следство, и як вызначилось, что усе ж гэтай 5-й замены не было справу. Нечаканная, скажем, прямо ситуация. Гуренко, як добро гуляя на Белизяку налево, и той не меньше удало. Ну, нескольких там... Нескольких ковалочков, так могу сказать, фортуны, удачи, зусім невялічкіх не хапило Сергею Солодовникову. Правда, вельми была складана эта ситуация у нападающих, как там у поветры сустреться с мячом. А вы ведаете, вот это уже у штрафной двухходовка Гуренко, Белизяка, Солодовников.
Другий номер Геннадь Бардас на правом фланзе обороны. Четвертый Сергей Гуренко, левый оборонца. Даруйте, небезопасная ситуация. Мазуршик бьет. Допомогу примуть у делу этой высокородной справе. Ну и я еще раз подкреслю, вертающийся до футбола. Но... И на Солодовникова, следуя пас, той у штрафной. Обыграл одного, другого. Ну, какую блескучую технику зараз. Який дриблинг, тіні правда там продемонстрував Сергій Солодовников. Літерально на обмежованом ковалочку поля. Тим не менш обыграл двух соперников. Удар был метров с 30. И бачили вы так пятився, отдыходил назад. Ну, мяч пролетел над самой перекладиной. А зараз мы глядим той момент, я еще раз скажем браво Солодовников. Ох, як усе блискуче, як усе упевнено. Іншая справа, махчимо б сюди згулять налево на партнера, а не бить самому по воротах. Ну, такие серьезные твари, видать, от осенсования момента и ось у этой гоноровой варты. А зараз Ведриш може открыть лики своим забитым мячам у этом матче. Ну, як же так, ти буде я... Мирошкин мяч отбил. Лошаков, Скоробогатый, Савутин. Напередодні знов у дело белорусских команд у Еврокубках. Крыху и вспомнить про те матчи меньшан. Замена у складе Гродинцев. Покидая поле Юры Мазуршик. Згулял он и сапраўды добра. И особисто я поделяю ты аплодисмент 14-й номер. Ну, Неман. Ох, развяз. Ну, вспомним, и он в этом турнире забил 6 мячов. Шиткаров идет в штрафную. Ну, уже по уходящему, скажем так, мячу наносил замену. Замену я еще одну вырашил провести Станислав Уласевич. 12-й номер Александр Жилюк. Жилюк по амплуа оборонца, мы с вами это добро ведаем. А заменил он Марата Белезяку. Не, даруйте. Там зафиксовал поза гульней у Гродинцев. Ну и мы бачим, что и саправды не поза гульней было не у Короза, а ось тут у его партнера. Який ось тут дать кожный зык заслуговывает добрых слов. Короза, Тараско. Зараз поза гульней нема, батют обье, усе сходу тут робится, усе динамично, усе пригожа. Але неяк особливо мне хочется... Савутин. Позагольню нема. И треба бить одразу. Агею-то и бье. Але амаль что за линии ворот мяч выносить Сысоев. Ну, вот Сысоев открыл лику в этом матче. А зараз мы бачили, как выратовал свою команду амаль что и у безнадейной ситуации. Давайте еще раз поглядим. Далеко вышел Сверков, Агею-то принял правильное решение, але подстраховал голкипера. Свободный оборонца, але усе ж Агею праз нейкую хвилину отправил мяч у сетку ворот Юры Сверкова. Ну вось, дорогие сябры, у нас есть частяком подобные складанности. Колись я вам тлумачил. Ну, конечно ж, повинны мы вам были показать повтор того моменту, коли выратовал Неман Сысоев, але что называется, перекрыли. Перекрыли момент, який наступил одразу за тим эпизодом. Пускай мяч за боковую линию поля Александр Порохов. Ну что ж, дорогие сябры, вспоминаем. На 18-й хвилине лик открыл Олег Сысоев. На 28-й Юры Мазуршик другий раз примусил Ведриш пошать с центра поля. Ну а... Решишане смогли только скоротить разрыв у лику. Мяч забил Алексей Агеев. Финальный свисток 2-1. Неман уладальник Кубка Беларуси. Таким чином Минская Динамо представляет нашу республику у Кубку чемпионов. Гродинский Неман у розыгрышу Кубка уладальников Кубков. Повиншуем гродинцев, их прихильников с этой историчной перемогой. Дорогие сябры, на этот раз... На этом мы с вами будем развиваться. Я еще раз скажем дякую соперникам за пригожий, соправдный кубковый финал. Творшее объединение, даруйте, спортивных программ Белтелерадиокомпании подрихтовало этот репортаж.
Перасовочная телевизионная станция «Магнолия». Усяго вам доброго и Гродно сустракай уладальника Кубка Беларуси. Усяго вам доброго.